День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Ну, вот август как-то традиционно считается месяцем отпусков. Все стараются успеть отдохнуть, захватить лето, а может быть, все-таки отправиться куда-то за границу, посмотреть какие-то достопримечательности. Посмотреть на заграницу, отдохнуть где-то на курортах. И мы сейчас и как раз поговорим о том, что переживает, какие трудности, нетрудности, наоборот, подъемы, туристический бизнес. И где стоит, может быть, отдохнуть, открыть для себя новые направления, новые какие-то интересные страны, города, курорты. Константин Польгов, глава латвийского отделения Тест-Тур, с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Константин. Ну вот, чем живет сейчас туристический бизнес, насколько прогнозы оптимистичны относительно осени, опять-таки там может ситуация чуть-чуть ухудшится, нужно ли ловить момент сейчас, пытаться уехать куда угодно, пока еще все не началось, условно говоря, или можно отложить на осень? А также удается ли это сделать, учитывая различные забастовки в Европе? Так, начнем с хорошего. Еще раз доброе утро. На самом деле, Олег, вы сказали, что пока не началось, вообще уже все заканчивается. Последний летний месяц, август, наступает. И на рейсы в августе, которые летают по массовым направлениям, сейчас мы говорим о массовом направлении, например, такие как Турция, Греция, там, Болгария, Испания, куда люди летают на чартерных рейсах, но практически мест нет. Поэтому тут... Август, к сожалению, в этом году оказался как никогда плодовитый, и никто не ожидал, что будет такой объем. Вы сказали, к сожалению. К сожалению, потому что мы не можем ничего добавить. А. Просто нет самолетов, нет емкостей таких, чтобы удовлетворить тот спрос, который существовал в апреле, в июле и в августе. Такого спроса не было давно. Он связан, наверное, со многими очень причинами, в том числе с отложенным спросом, с тем, что люди, возможно, ожидают повторного возвращение ковида там в седьмой степени, да, какая там волна уже может быть. Поэтому очень много причин, почему люди в летние отпуска, несмотря на традиционную теплую погоду в Латвии, все равно стремятся выехать за границу. Поэтому, к сожалению, ничего не можем добавить. И все, что остается сейчас, над чем приходится работать практически, сегодня, в июле, это сентябрь-октябрь и уже зимний сезон 2023 года. Он начинает распродаваться, да? Какие-то направления уже известны, понятны? Много, да. На самом деле, вот я выписал себе 6 пунктов, которые там успеть бы рассказать то, что происходит сейчас и то, что будет в перспективе. Например, из Риги заявлена программа на одно из популярных направлений в зимнем сезоне Канарские острова, 6 рейсов в неделю. Я хочу напомнить, что в 2019 году, в пик, когда все было спокойно и хорошо, и индустрия переживала, наверное, один из самых лучших годов, был всего один рейс из Риги по этому направлению. Сейчас их 6 в неделю для такой небольшой страны, как наша. То есть спрос огромный, все понимают, что никто не хочет ставить рейсы и возить пустые кресла, но этот спрос есть, и авиакомпании, и операторы пытаются его реализовать. То есть спрос будет очень большой. И опять же, почему такое происходит? Скорее всего, это связано с тем, что цены, которые были сейчас в летнем сезоне, в июле и в августе, которые, я говорю, что продаются хорошо, по массовым направлениям, которые всегда считались как бы бюджетные, да, цены в гостиницах просто астрономические. Ну вот одна из популярных сетей отелей, которые, может быть, не надо говорить в эфире, но очень известна и любима в Латвии, стоимость одного номера в день начинается от 1000 евро в сутки. Кошмар. То есть, ну, да, мы понимаем о том, что есть и гостиницы наверняка дешевле, есть они, но самая бюджетная Турция, которая, ну мы так внутри себя говорим, самый бюджетный отдых в Турции в этом году начинался от 700 евро. Да, то есть таких цен, как по 300-400, таких нет. Но, может быть, кто-то покупал там пару лет назад, откладывал свое путешествие, мы им гарантировали, что все равно их отвезем после ковида по тем ценам, которые будут. Вот они дождались и полетели именно по этим ценам. Все остальные полетели по-другому. И в том числе из-за того, что несколько сезонов подряд и греки, и турки стояли практически закрыты, они пытаются наверстать.
Это первое. Второе, стоимость топлива, которая составляет значительную часть самого путешествия, в основном же это самолет. Стоимость топлива, которые подписывались контрактами, ну, может быть, никому это ничего не говорит, но, например, стоимость тонны стоила там $700-800 за тонну топлива в долларах всегда, а сейчас она стоит, в пик, вернее, в пик сезона она стоила 1700-1800, сейчас она откатилась на $200 вниз, то есть 1400-1500. Понимаете, но все равно 100% прирост. Да, и это же не одну тонну нужно самолет залить для того, чтобы выполнить рейс, например, длиною 3,5 часа туда и обратно. Поэтому стоимость возрастает значительно, и поэтому те люди, которые покупали заранее, намного заранее, они в выигрышной ситуации остались, а те, которые покупают в последний момент, вынуждены платить ту реальную стоимость, которая сейчас есть. Потому что мы не можем взять с туристов, которые купили давно, доплатить перед вылетом еще по 50-60 евро. Ну, такое не практикуется. Ну, нами, во всяком случае. Поэтому в этом отношении те, кто купили заранее, полетели, и у них есть гарантированная дата, когда они смогут организовать свой отпуск. Те, кто сейчас в августе захотят куда-то улететь, ну, наверное, смогут куда-то, но вот только туда, где что-то осталось, по такому остаточному принципу. Какие еще пункты у вас остались в этом списке? Какие направления еще интересные? Да, ну, на самом деле, одна из бич, такой бич или проблема этого сезона была в том, что огромное количество задержек. Александр говорил, что это связано с забастовками там, авиакомпаний, но не только, это последнее, то, что делали в Ганзе, и бастовали не сама авиакомпания, а работники служб, которые обслуживают главный аэропорт Люфтганзе во Франкфурте и в Мюнхене. В том числе связано с тем, что спрос, который резко возрос после окончания всех ковидных ограничений, оказался сюрпризом для работников наземных служб и для самих авиакомпаний, в том числе и для наших авиакомпаний. Почему? Потому что нужно было увольнять персонал, это не только летный состав, который, ну, вы понимаете, что летный состав, или даже стюардессы, или техники, их невозможно набрать сегодня на завтра. Это же люди, которые обладают определенной специальностью, которые отвечают, ну, в общем, очень серьезно за безопасность полетов, за обслуживание самолетов, за безопасность пассажиров. И это невозможно сделать сегодня на завтра. То есть вынуждены авиакомпании при сокращении полетов были их уволить. И сейчас, когда спрос резко возрос, невозможно было набрать персонал, даже персонал, который работает на перроне. И многие авиакомпании были вынуждены, в общем, очень резко перестраивать свою работу. И в том числе и аэропорты должны были перестроить свою работу. Например, некоторые аэропорты в Европе почти в ультимативной форме объявляли авиакомпаниям: или сокращаете емкость самолета, на которых вы привезете своих пассажиров, или просто отменяйте рейсы, как хотите, но мы не сможем такое количество пассажиров обслужить вот в этот период, когда ваш самолет прилетает. Это вообще, ну, я не помню такого, это почти эксклюзивная тема летнего сезона 2022 года. И авиакомпания вынуждена это было делать. И если пассажир, например, покупал билет, два билета, как любят наши люди, самостоятельно бронирующие путешествия, покупают, например, Рига-Амстердам на одну авиакомпанию, из Амстердама на другую. И, во-первых, не факт, что человек улетит в Амстердам. Но окей, из Риги эта проблема не такая серьезная. В основном авиакомпании стараются сделать все возможное, чтобы люди, которые владеют авиабилетами, были доставлены до пункта назначения вовремя. А вот те авиакомпании, которые отменили свои рейсы из Амстердама, и пассажир об этом не знает, он может просто прилететь в аэропорт и поцеловать табло, и каким-то образом, ну, или купить достаточно какой-то билет на ближайший рейс, если это будет доступно, или вернуться домой. То есть это такой коллапс, на самом деле, который еле-еле, ну, такого коллапса, к сожалению, ну, к счастью, вернее, не случилось, но такое явление, на самом деле, очень драматическое в Европе сейчас происходит и продолжает происходить. Поэтому сейчас мой совет тем, кто собирается куда-то улететь, максимально пользоваться или прямым рейсом, чтобы минимально сократить возможность нахождения в транзитном аэропорте. Если это невозможно и нужно лететь дальше, и прямого рейса из Риги нет, постараться лететь без багажа, то есть с ручным багажом, для того, чтобы не выходить за пределы таможенного контроля, не ждать багаж, не заниматься вторым чекином и не сдавать повторно багаж и так далее. То есть шанс о том, что в больших аэропортах вы
потеряете время и заблудитесь, не сможете улететь, очень-очень высока. Даже люди с большим опытом не могут в знакомых им аэропортах вовремя рассчитать время для того, чтобы улететь вовремя и попасть на свой рейс. Если и это невозможно, постарайтесь вылетать из Риги на Тобия компании, которая будет продолжать свой путь из транзитного аэропорта. Например, вы летите куда-нибудь, я не знаю, в Таиланд, летите Рига-Стамбул, Turkish Airlines, и из Стамбула в Таиланд тоже Turkish Airlines. Здесь большая вероятность того, что и багаж, и ваш самолет, и вы сами доберетесь до места назначения без приключений. Вот это такая особенность этого сезона, и надо это учитывать. Это одна часть, касающаяся авиационной такого драматической ситуации в этом сезоне. Вторая часть связана с тем, что авиакомпании действительно не хватает самолетов. Но я не буду пересказывать, какие у нас тут местные есть новости. Но это достаточно объективная причина. Действительно, авиакомпании стараются зарабатывать после ковида любым способом. Если спрос на новые самолеты, например, Air Baltic, вполне логично, что они их отдают тем, кто готов платить больше. И находить возможность для того, чтобы не закрывать, вернее, не прекращать полеты по тем направлениям, где были запланированы, искать дополнительные возможности выполнять на рейсы или на других авиакомпаниях. Или увеличивать емкости своих самолетов, беря в аренду или в краткосрочный лизинг у других авиакомпаний с самолетом больше вместительности. То есть в этом здесь проблем нет. Проблема заключается в том, что и этого не хватает, потому что спрос, он не только в Риге, не только в Амстердаме и в Лондоне, это повсеместный спрос, и мало того, что гостиницы уже практически под завязку загружены, и те цены, которые я сказал за номер в день, это же не потому, что кто-то объявляет их, есть спрос, поэтому гостиницы и играют с этими ценами практически в ежедневном режиме. Но и самолетов не хватает для того, чтобы можно было этих пассажиров перевезти. Вот это большая-большая такая странная проблема. С одной стороны, есть спрос, и мы хотим этот спрос удовлетворить. У нас есть возможность реализовать технически это, но у нас нет возможности, например, добавить рейсы, потому что самолеты в ближайшем там радиусе досягаемости до Риги мы не можем нигде взять, потому что или это будут космические деньги за аренду, и целесообразность финансовая просто не существует, или их просто физически нет. Они летают по тем направлениям, где были зафрахтованы заранее. Вот такая особенность большая, так что это тоже нужно знать. Сейчас, я думаю, что такая ситуация сохранится до конца летнего сезона, я имею в виду до конца октября. Поэтому, отправляясь за границу, 10 раз подумайте, как вы будете возвращаться обратно, есть ли у вас гарантированный билет. Ну и маленькая хитрость может быть от человека, который летает. Даже если у вас есть билет на самолет, он подтвержден, и вы прошли паспортный контроль и контроль безопасности, и стоите перед гейтом в ожидании своего самолета. Бывает так, что авиакомпания ищет тех людей, которые готовы отказаться от полета, потому что было сделано перебронирование. Здесь, если у пассажира вилка, если он хочет заработать, ему без разницы, когда вылетит сегодня утром или вечером, или завтра в обед, нужно внимательно слушать на гейте информацию. И, наверное, это достаточно часто происходит сейчас в летний период у всех авиакомпаний. Надо внимательно слушать, и можно в эту лотерею сыграть. Лотерея, кстати говоря, беспроигрышная, потому что авиакомпания, как правило, оплачивает и гостиницу, и проезд до гостиницы, и потом какой-то бонусный ваучер там сотнями евро. Ну а если наоборот, вот лайфхак, если вы не хотите точно в эту лотерею играть, постарайтесь пройти на посадку в первых рядах. То есть постарайтесь встать эту очередь, которую, может быть, вы раньше сидели и ждали зайти в самолет последним. Вот сейчас в этом будет состоять лотерея, зайдете вы в свой самолет или нет. Поэтому лучше, особенно если вы летите с детьми или с семьей, становитесь в очередь как можно раньше для того, чтобы первым пойти на посадку, и большой-большой шанс, что все будет нормально. Константин, я хотел уточнить по поводу этого овербукинга, потому что спасибо, что сами поняли эту тему. Я как раз недавно в сети, где-то там в комментариях, обнаружил жуткое возмущение граждан по поводу того, что Baltic продает больше билетов, чем есть кресел в самолете. Но на самом деле это довольно обычная практика. Но как профессионал, поясните, почему это так происходит? Тут 3-4 причины есть на самом деле. Первая причина, вы правильно сказали, что это распространенная практика. Я не могу сказать, что это позитивная практика, но она распространенная.
Так делают многие авиакомпании, и они аргументируют в том, что, как правило, на рейс достаточно редко приходит 100% пассажиров, которые купили билеты. Особенно эта болезнь, ну так скажем, да, она популярна у бюджетных авиакомпаний, которые продают билеты за 5 евро, там 7 туда, как я летел там недавно в Вену, 5 евро туда, 7 обратно. Ну, это другая история, на чем зарабатывают авиакомпании. Но, тем не менее, такие билеты есть. И, покупая билет туда-обратно за 12 евро, если вы утром проснулись и не хотите никуда лететь, да, ладно, останусь дома, и 12 евро не жалко, например, да? И таких случаев, вот как я сказал, неприхода на регистрацию достаточно много. И вот в пик сезона, когда необходимо просто удовлетворить спрос, авиакомпания же видит количество запросов на то или другое направление, они понимают, что здесь спрос есть, и просто стараются продать дополнительные места. Это не значит, что они их продают там, по 5 тысяч евро и пытаются заработать на этом. Нет, они просто предлагают дополнительные возможности, зная о том, что вероятность как бы освободившегося одного-двух мест на рейсе очень высока. Именно из этого происходит овербукинг. Это, конечно, не связано, еще раз повторяю, с желанием авиакомпании как бы прокрутить дополнительный бизнес. Это просто, ну, такая забота о том, чтобы по возможности не увозить пустое кресло, а дать человеку, которому, может быть, очень надо попасть именно сегодня до другого пункта назначения, сделать свой полет и улететь, и быть доставленным до пункта. Но в данном случае не всегда это срабатывает. Приходят все, и вот тогда те пассажиры, которые купили дополнительный билет, в этой очереди, так называемой, все равны. То есть самолеты 145 кресел, продано 148, да? Все равны, у всех есть право лететь. И здесь уже авиакомпания работает по своим трафаретам или по своим правилам. Как правило, первый план, первый пункт – это то, что предлагается добровольцам остаться до следующего рейса. Это срабатывает очень часто, и практически скандалов никогда не бывает. Но если есть пассажиры, которые не хотят в это играть и как бы достаточно агрессивно на это реагируют, да, появляются в медиа и в публичном пространстве вот такие жалобы, и люди действительно не понимают, почему это происходит. Но опять же повторяю, это связано с тем, чтобы постараться минимизировать количество пустых кресел и по возможности дать всем пассажирам, которым нужно лететь на тех и других направлениях, воспользоваться этим шансом. Константин, еще вопрос по поводу все-таки организованного отдыха. Несколько раз прозвучало, что действительно можно, если улетать дикарем, не обратить внимания на какие-то детали. Вот прикрывают ли, ну то есть насколько туристические компании вытаскивают пассажиров из таких вот ну, критических ситуаций, помогают им? Ну, наверное, не секрет о том, что есть две категории людей, которые хотят путешествовать самостоятельно, переубедить их или рассказать преимущества путешествовать и покупая тур или услугу в туристической компании, ну, практически невозможно. То есть у каждого свои приоритеты, и каждый делает свой выбор самостоятельно. Есть и там есть плюсы. Плюсы путешествовать с туристическими компаниями, особенно сейчас, они известны, я каждый раз стараюсь их повторить, это то, что люди, которые оказываются за границей, сейчас в очень неспокойное время по всем параметрам это неспокойствие может быть вытянуто наверх. Это политическая ситуация, эпидемиологическая, географическая, я не знаю, все что угодно. Вот все форс-мажоры, которые у нас есть в договорах, подписанных с партнерами, да, все уже за 20 лет были, так сказать, наверху. Это и госперевороты, и вулкан, и эпидемия, и, господи, все, ну, чего только не было, на самом деле, да. Поэтому, оказываясь за границей там, люди, которые самостоятельно путешествуют, они дальше занимаются возвращением домой самостоятельно. Те, кто помнят, как было дело с вулканом, если помните, то это было, конечно, очень драматично все. Люди создавали какие-то особые группы, тех, кто застрял за границей, для того, чтобы, например, набить один бусик, мини-бусик из Милана, для того, чтобы добраться до Риги, потому что самолеты не летали. Это полная драма. Особенно, если вы один еще, ладно. Если вам есть где жить за границей, окей, вы переждете 2-3 недели и как-то так. Все, ну, вернетесь домой, безусловно. Но вы будете делать это самостоятельно. Как я знаю, даже в простых ситуациях дозвониться до там, hotline
авиакомпании, это в простой ситуации достаточно сложно. Если вы не знаете язык, вообще проблема. Объясните им, где вы застряли, что вы хотите поменять и где вы находитесь. Ну, нереально. Отстоять в очереди в аэропорту по 3-4 часа. Ну, то есть это драма, это проблема. И сейчас таких ситуаций очень-очень много, как я сказал, из-за форс-мажоров, которые каждый сезон все больше и больше появляются. Поэтому путешествие организовано, где в Риге сидит ваш туристический агент, с которым вы общаетесь много лет, и решает все эти проблемы за вас, это дорогого стоит на самом деле. Для вас это ничего не стоит, это стоит дополнительной работы той компании, которая будет заниматься вытаскиванием вас из-за границы. Но вы хотя бы будете под присмотром, мы будем знать, где вы находитесь, и все, что можно делать для вас. Это мы уже проходили, мы знаем, как с этим сталкиваться. Вот самостоятельно это сделать очень тяжело. Поэтому сейчас, отправляясь за границу, проверьте цены, которые вы можете сделать себе сами самостоятельно через интернет, и зайдите в турагентство, посмотрите, сравните и сделайте свой выбор. Спасибо большое. Спасибо. Нам показывают, что время, к сожалению, вот завершено. Константин Польгов, глава Тест-тур Латвии, с нами сегодня был на прямой связи, много интересного рассказал. Да, спасибо большое, хорошего всего доброго, дня. Счастливо, хорошего. До свидания. До свидания. Счастливо, пока.